Добрый день, меня зовут Маргарита, добро пожаловать на мой канал, и сегодня у нас новое видео. Сегодня будет видео предупреждение о мошенниках, которые используют мои фотографии, мое видео, накладывают голос и распространяют непонятно какую информацию, причем люди на это ведутся, регистрируются на каких-то сайтах, регистрируются и, соответственно, при регистрации дают свою личную информацию. Поэтому сегодня видео именно для того, чтобы вы не велись на какие-то, не знаю, сайты, видео непонятные мошенников. В общем, в понедельник, вчера, я не знаю, если я сегодня публикую это видео или завтра, я отдыхаю со своей семьей, никого не трогаю, и мне начинают писать очень много людей: Маргарита, ой, я тоже хочу попасть на эту программу, получить 400 евро в день, ой, Маргарита, я, значит, зарегистрировалась, что же мне дальше делать, причем это везде, вот мне пишут. Я думаю, вообще, о чем идет речь, я, значит, отвечаю от первой женщины, которая мне написала, говорю, я не понимаю, о чем идет речь, она говорит, как, вы же в видео рассказываете, что можно получать 400 евро в день, вот что это за программа, я зарегистрировалась, значит, что мне делать дальше. Я говорю, а что, о чем идет речь, она мне высылает видео, высылает там скриншоты, фотографии экрана, что в Фейсбуке сделали страницу с именем Маргарита Бикова или Биркова, я вставлю видео, я вставлю фотографию, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Вот, и с этой страницы идет реклама, и там реклама видео, причем это мои видео, они смонтировали из моих видео куски, да, из моих видео какие-то, то, что я там говорю. И туда, значит, смешали ingreso minimo vital, базовый доход, пенсию, там какой-то доход 400 евро в месяц будете получать, приходите там по ссылке, регистрируйтесь. Ну, в общем, я не заходила по этой ссылке, нигде не регистрировалась, потому что думаю, сейчас зайду, мне вообще там все пароли украдут мои на YouTube, на все там Instagram, и будут потом распространять непонятно какие видео. Но то, что мне рассказывали уже те, кто зарегистрировались, я так понимаю, что они сделали какой-то фонд, типа фонд регистрируйся, но это именно для того, чтобы получать деньги от биржи, то есть типа покупать акции, там продавать, не знаю, что там делать. Ну, я так поняла, я не знаю. В общем, факт в том, что если когда вы регистрируетесь, ставите свой телефон, свою почту, свое имя, я не знаю, как они дальше бы это делали, вполне возможно, что они бы потом попросили номер карты, сказали, да-да, вы нам все подходит, и вы можете получать 400 евро в день, давайте номер карты, и мы вам будем скидывать эти 400 евро в день. Я не знаю вообще, что это, как дальше бы они это все делали. Вот, но... Я сейчас ставлю видео, вы посмотрите вообще, о чем речь, и как они это смонтировали, я вообще в шоке, потому что они реально смонтировали из разных видео мои слова, и как бы типа это все подходит к их фонду. Единственное, что когда они уже дают рекламу фонда своего там, то тогда уже голос не мой, он наложен, но очень похож на мой. Единственное, что переслушав несколько раз, я услышала, что да, там может быть тембр голоса немножко другой. Но в принципе даже мама моя сказала, говорит, ну я бы услышала и решила, что это ты говоришь. Ну то есть очень-очень сильно похоже. Я вставлю видео, посмотрите. Базовый доход, который положен, грубо говоря, всем людям, которые проживают здесь легально в Испании. 400 евро, сейчас покажу сайт, там все расписано, уже создали сайт, где можно запросить, кто может запросить, всю-всю-всю информацию, поэтому мы сейчас переходим на этот сайт. Сайт называется Фонд обеспечения Испании, мы заходим, заполняем форму для регистрации, отправляем заявку и ожидаем звонка от специалистов. Как видите, очень похоже, вернее, даже не то, что они сделали из моих видео, поэтому это понятно, что похоже, но наложили голос, поставили там, не знаю, рекламу какого-то фонда, и, в принципе, многие люди на это повелись, мне до сих пор пишут и в Инстаграм, и на почту, и на мессенджер, типа, мы зарегистрировались, что дальше, мы вот хотим получать 400 евро в месяц. Я уже там всем пишу, что это мошенники, я опубликовала пост в Инстаграм и Фейсбук,
что это мошенники, что это не я, не регистрируйтесь в своей группе в Фейсбуке, в других группах, которые более такие объемные, тоже опубликовала, которые где меня знают, чтобы не велись, не регистрировались, это не я, и в коем случае не оставляли свою личную информацию, потому что в конечном итоге или к вам будут потом названивать, или писать там что-то, давайте там, мы вам что-то расскажем, или давайте номер карты, или еще что-то. Ну, в общем, не регистрироваться, не заходить. И вообще на будущее я не создаю никакие фонды, я не предлагаю перечислить деньги на мой счет. И у меня есть официальная страница одна в Инстаграм, один YouTube и на Фейсбуке. Моя страница личная, да, все одинаково, Маргарита Бибикова. Там нету ни Биркова, ни Бикова, ничего. Там даже если будут мои фотографии, и даже если на других страницах, то есть надо внимательно смотреть, что, или если это только опубликовано на моей странице, то, не дай бог, ее тоже взломают. То есть если там кто-то будет предлагать перечислить деньги на мой счет, или там создана какая-то группа в поддержку там моего канала, там или еще что-то, и Телеграм, у меня, кстати, нет телеграм-канала тоже. То есть этого ничего не существует. И даже если вдруг вы что-то увидите такое очень странное, то обязательно напишите мне. Еще я хотела отдельно поблагодарить всех, кто меня предупредил в Инстаграм, и на почте, и в Мессенджере, и по WhatsApp. Всех, кто увидел эти сообщения, говорили: Маргарита, вас используют. Ну, то есть они поняли, что меня используют именно мои видео, мою страницу, там, мои фотографии. То есть вот так, что меня предупредили, что вообще такое существует, потому что я даже этого не видела и об этом и не знала. Я так понимаю, что они ее создали еще в воскресенье или в субботу. То есть страницы, вот эта вот реклама шла. Отдельная благодарность человеку, который мне написал на почту, Сергей К. Спасибо большое, он прям очень классно мне поставил. Потому что мне, которые писали, говорят, они потом не могли мне поделиться этой страницей. Я очень долго искала эту страницу, пока нашла эту страницу. А вообще эту рекламу я так и не нашла. Вот этот Сергей К. мне прям ссылки хорошо поставил на их страницу личную, вот эту фейковую. И на эту страницу личную фейковую, и на рекламу, где идет, и где можно пожаловаться, где можно там то сделать. В общем, все так классно, мне все отправило. Спасибо большое, потому что я там некоторые, конечно, страницу нашла, например, рекламу не нашла. И я вот только по той рекламе, которую вы мне отправили, Сергей, я перешла и сняла. Вот я думаю, надо снять хотя бы, что они там рекламируют. Потому что если я пойду в полицию жаловаться, у меня должна быть какая-то доказательства, что вообще они рекламируют, что они делают и что они хотят. Вот, поэтому отдельная благодарность вам, спасибо большое. И вообще всем, кто меня предупреждал, тоже спасибо, потому что я и сном, и духом не знала, что вообще такое существует. Я, конечно, понимала, что такое может быть, но, скажем, вообще не думала, что на данный момент кто-то может пользоваться моим именем, моими фотографиями и так вводить в заблуждение очень много, большое количество людей. Как бы я думаю, что я много рассказываю, и когда рассказываю, много рассказывала. Я всегда оставляю ссылки на и законы, всегда оставляю ссылки на официальные страницы. То есть у меня никогда не было ничего такого, что я там от себя что-то рассказала, идите туда, дайте там тому, зарегистрируйтесь, дайте тому-то деньги, и у вас все будет хорошо. Я думаю, что все, кто меня давно смотрит, понимают, что такого от меня, меня никогда не было, и я таким вообще не занимаюсь. То есть канал был создан для помощи людей, он и является, и продолжает этот канал быть именно помощь для людей, то есть там очень много разной информации, и денег я не собираю нигде, ни в Ютубе, ни в Инстаграм, ни в Фейсбуке. Это на будущее, чтобы вы понимали, что если даже увидите где-то что-то, меня желательно предупредить, я буду очень благодарна. И нигде не регистрироваться, не оставлять нигде своих данных. То есть, еще раз повторюсь, вы можете написать мне на мою почту электронную, можете в Инстаграм мне написать, можете написать под комментарии под YouTube, но я там меньше вижу, потому что много комментариев, я многих не вижу. Вот, в мессенджере я отвечаю очень плохо, потому что мессенджер у меня есть, но я туда практически не захожу. Все, все остальные страницы, непонятно какие, это не я. Так что, пожалуйста, если вы где-то еще что-то увидите, предупреждайте меня, не регистрируйтесь, не оставляйте никакие ваши данные, личные, тем более, не телефоны, тем более банковские карты. Ну, то есть, это, я думаю, что все знают. И даже если вам сейчас тот, кто уже зарегистрировался, имейте в виду, что даже если вам будут приходить на почту, там какие-то ссылки куда-то, это просто их удаляйте, не открывайте, и на телефон, если там даже ответили, там, ну, особо не общайтесь. Ну, то есть никакую дальше уже информацию о себе и своих там личных данных и банковских данных, пожалуйста, никому не
Давайте. Я надеюсь, это видео было полезным. Я надеюсь, что небольшое количество людей зарегистрировалось и вообще никаких таких очень больших и неприятных последствий не было. То есть я надеюсь, что ничего такого серьезного не произошло. Я пожаловалась на страницу, все, я тоже прошу, если можно, на эту страницу пожаловаться, я оставлю ее, да, ну, то есть фотографию этой страницы, пожаловаться, что это фейковая страница, что такое не существует, там, не знаю, или, там есть разные опции, я пожаловалась на все, и на страницу, и на профиль, и на обман, там, в общем, и на все. Всех, кого я там лично знаю, тоже попросила пожаловаться, они тоже это сделали, я надеюсь, что ее закроют и аннулируют эту страницу, этого не будет, но я так понимаю, что это может повториться, вот. Если можно, тоже пожалуйтесь на эту страницу, не на мою лично, а именно на эту страницу Маргарита Биркова или Бикова, что я уже, если честно, не помню. Вот, я оставлю фотографию, имя и все. Вот, и надеюсь, что ничего страшного не произошло. Спасибо, что посмотрели это видео, спасибо, что продолжаете меня смотреть и верите в меня, непонятно кому. И я буду продолжать рассказывать вам о важных вещах, а не непонятно каких доходов, виртуальных фондов и 400 евро в день. Ну, я думаю, что это понятно, что такого не существует. Вот. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой инстаграм. Всем хорошего дня и до скорых встреч.